Читаем «Добротолюбие». Может быть, кто-нибудь скажет, если в молитве заключается главное дело правды, то какая надобность в посте? Всячески большая, ибо как бедный земледелец, если посеет поле, заросшим дурною травою, не обработав вновь земли, то вместо пшеницы пожнет тернии. Так и мы, если будем сеять семя молитвы, не удручив прежде тело свое постом, то вместо правды принесем плоды греха. Ибо тело сие из той же земли, и если не будет возделано с таким же прилежанием, как и земля, то никогда не произрастит плода правды. Преподобный Марк Подвижник.